театре «Астана Балет» представят вечер одноактных балетов в программе «Серенада» на музыку струнного оркестра Петра Чайковского и «Язык любви» на поэзию Абая. Это сложные постановки, вобравшие в себя множество технических приемов, хореографических решений. 10 и 11 мая на сцене нашего театра мы покажем вечер одноактных балетов. Мы представим шедевр неоклассической хореографии «Серенада». При всей своей внешней простоте этот спектакль характеризуется как изысканная и технически сложная хореография, что характерно американскому стилю хореографа. Во втором отделении мы покажем первую постановку, посвященную произведениям великого поэта Абая.